Привет всем! Сегодня будем готовить шампиньоны с чесноком и сливочным соусом. Для этого нам нужны шампиньоны. Вот у меня королевские шампиньоны. Цветная капуста. Сливочное масло. Сливки. Яблочный уксус. Нужен был, конечно, бальзамический уксус, в крайнем случае винный уксус. У меня нету. Я вот яблочный уксус добавлю. Черный перец, чеснок и петрушка мелко порубленная. У меня замороженная. Ну, соль, да, соль и вот лук я кубиком нарезала. В первую очередь мы отправляем вот эту цветную капусту варится на 15 минут ровно. Вот так вот. Отправляем ее. Я заливаю сливками. Вот. И грамм. Вот. Сколько там? 15-20 сливочного масла. Ставим на огонь. Вот у меня здесь сливочное и растительное масло. Я добавляю лук вот, и будем обжаривать, да? Ну, пока он не размягчится. Цветную капусту я еще добавлю черный перчик. Вот. Вот так немножко. Значит, сливочное масло, сливки и черный перец. Теперь добавляем грибы. Лук размягчился. Грибы добавляем целыми. Они у меня не крупные такие. Вот. Грибы мытые, высушенные. Все как надо. Добавим в грибы чуть соли. Мало-мало. На этом этапе в грибы я добавляю чеснок. Не весь, конечно. Часть, третью часть вот чесночка добавляю. Да, вот в эти грибы. Перемешиваю их. Так, варится наша капуста. Цветная уже. Закипит. Грибы подрумянились немножко. Добавляем уксус наш яблочный. Через минутку добавляем теперь петрушку. Хорошо перемешиваем. Ой, какие красивые грибочки получаются. Я сняла с огня, добавляю чеснок оставшийся. Вот. Грибы готовы. Кладем теперь в горячем прям виде, со сливками вместе. Все, ну, у меня в два этапа получится. Маленький этот блендер у меня. Вот, кладем сюда кунжут жареный, щепотка такая, две щепотки хорошие, щепоточка сахара и немножечко черного перца. Сахар я кладу коричневый, можете белый класть. И сейчас будем взбивать. Дорогие наши друзья, приготовила я грибочки в сливочном соусе из цветной капусты. Очень вкусно получается, интересное блюдо. Приготовьте вы тоже. Желаю вам здоровья, долгих лет жизни и мира. Дорогие мои, спасибо вам за поддержку.